Всем привет! Вы на моем канале «Сметанка вяжет спицами». Меня зовут Настя. В этом видео обзор набора спиц от фирмы NITPRO. Спицы Nova Cubix. Это кубические спицы. В наборе 7 пар спиц от 4 мм до 8 мм стандартной длины. Также в наборе 4 лески 60 сантиметров, 1, 2 лески 80 сантиметров, 1 леска 100 сантиметров, 4 ключика, 8 заглушек, 1 комплект соединителей. В комплект соединителей еще входит 1 ключик, то есть в комплекте в наборе получается 5 ключей. По комплектации все. Идут они вот в таком чехле. Это тканевый чехол. Да, он на молнии. Здесь вот такая молния. Просто открываем. Ну, я его уже открыла. Прозрачное такое окошечко. Видно все спицы. Вот такие вот спицы. На них есть обозначение. Сколько это миллиметров. Но хочу сказать, что это обозначение. Оно напечатанное. Оно в процессе вязания оно сотрется. И в комплекте вот наши все лески. Две лески. 80 сантиметров, 1 леска 60 сантиметров и 1 леска 100 сантиметров. И комплект соединителей, с ними тоже идет ключик. Возьмем спицу 4 миллиметра. Спица очень гладкая, имеет кубическую форму с острым кончиком. Длина спицы 11,5 сантиметров. Все спицы длиной 11 сантиметров. Хочу сказать, что за счет того, что это кубическая форма, эти спицы очень удобно держать в руке, во-первых. И во-вторых, петельки получаются ровнее, и ими вязать одно удовольствие. Попробую ими повязать. Берем любую леску, да, и на леску просто накручивается спица. Просто накручивается. Обязательно подтягиваем ключиком соединение, чтобы оно в процессе вязания не раскручивалось. Достаточно один раз подкрутить и затянуть хорошо, и никуда ваши спицы не раскрутятся. Ну, за счет того, что это кубические спицы, они, когда ими вяжешь, они не крутятся, как круглые спицы. Поэтому вообще они вряд ли когда-нибудь раскрутятся. Затягиваем. И вот наши спицы. Получается спица 11,5 сантиметров. Если вместе с креплением, то длина спицы получается 13, почти 13,5 сантиметров. Я связала образец небольшой, резинкой 1-1. В принципе, вообще классно вязать ими. Они очень гладкие. За счет того, что они гладкие, вот это вот надавливание на спицу получается немножко легче. И поэтому даже не важно, что здесь острый кончик, он абсолютно не травмирует руку, потому что, ну, очень гладкая спица. Я вот туго вязала, да, и все равно они вон хорошо двигаются, петельки по спице. Плюс в том, что еще когда вяжешь вот эти вот бордюры, чувствуешь в руке спицу, и она не крутится так, как круглая. И удобнее держать ее в руке. Супер вообще. И действительно получается, вот у меня петельки получились намного ровнее, чем на круглых спицах. Здесь у меня место соединения нити просто такой вот. Вот эта петелька выделяется поэтому. А так, в принципе, вообще все ровненько получается. По вопросам приобретения пишите мне в Инстаграм, сориентирую по цене и по срокам доставки.